Мои дорогие, хочу вам показать свои вечно цветущие орхидейки. Они вообще не перестают цвести. Цветут без передышки. Осенью как начали. И цветут, и цветут, и цветут. Это восковая орхидейка. Сортовая, у нее листики такие, как воском покрыты, тверденькие. И эти орхидейки очень долго цветут и радуют меня своим цветением. Даже цветочки не опадают. Вот тут было 3 цветочка, 4. Они опали, а с этой стороны вообще не опадают. Вы знаете, что для этого я делаю, какие у меня методы. Вот вторая орхидейка. Фантом. Она тоже прекрасно себя чувствует. 2 цветоноса. Цветет постоянно. Это орхидейка черная. У меня сейчас вспышка не работает. Не могу вам показать подробно. Черный принц мой. Прекраснейший. Конечно, уже меньше цветочка, но все равно продолжает цвести. А меньше цветочка из-за чего? Я его начала опылять. Видите? Коробочка семенная какая уплотнилась. Здесь тоже я пыльцу забрала. Посмотрим. Поэтому он уменьшает количество цветочка. У него идет развитие семенной коробочки. Вот, смотрите, с вот этого цветочка я сняла пыльцу и опылила другой цветок. И он засох. Без пыльцы, без серединочки пыльца, он не хочет цвести. У него все силы уходят на то, чтобы нарастить семена. А так мои орхидейки себя чувствуют прекрасно. Как за ними ухаживать, я вам говорила в прошлых видео. Сейчас покажу реанимашки. Вот реанимашечка. Количество корней достаточно. Можно скоро высаживать. Вот еще одна реанимашечка. Смотрите, это вообще не хотела корни пускать. Видите? Это новая реанимашечка. И вот реанимашечка, миничка. Как за ними ухаживаю я, как я за ними, чем я их обрабатываю, у меня есть видео, смотрите, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь вместе со мной. Спасибо за внимание, до свидания.